Компания System Air постоянно работает над улучшением показателей по энергоэффективности оборудования и является разработчиком первого вентилятора. И данный вентилятор, который здесь представлен, имеет абсолютно новый двигатель и новую ключатку. И значения, которые мы смогли достигнуть при повышенных давлениях, позволили нам перейти на меньший типоразмер. Это абсолютная уникальность, когда вы можете использовать вентилятор меньшего типоразмера на данный расход воздуха. Следующие типы вентиляторов, которые здесь представлены, это вот крышные вентиляторы, которые подразумевают подключение прямоугольного канала, либо круглого канала, и также имеют шумоизолированный корпус и есть другие улучшенные энергопоказатели энергоэффективности.